пришла в больницу за таблетками. Друзья, вот сегодня уже 5 марта, а у нас весной не пахнет. Такой буран, ветер, метель, то верховая, то низовая, постоянно идет снег. И так уже 5-й день. А 3-й день трассы закрыты, с города в город въехать невозможно. Закрыты трассы, ну, опасная ситуация на дорогах. Я вот вначале там кусочек покажу вам. Немножко так сняла наш буранчик, пока шла в больницу за таблетками. И знаете, я стараюсь, конечно, не расстраиваться, тем более не злиться, не хочу ни на кого злиться, не хочу на себя никакие там неприятности брать. Но не получается не расстраиваться, потому что я вот на учете состою с давлением, и много людей, кто с сердечными заболеваниями, с давлением, с другими заболеваниями, и назначают нам таблетки такие, которых в аптеке не возьмешь, нет в аптеке. Я вот сколько хожу по аптекам, нигде нет таких таблеток. То, что нам назначают, мы только вот получаем. Но получить эти лекарства – это целая проблема, хождение по мукам. То еще не привезли, то уже раздали, то машина в снегу застряла, то бензин закончился, то еще тысячи причин. Вот честно, даже ходить не хочется туда, лишний раз ходить не хочется. И сегодня я не хотела идти, но впереди 3 дня, праздники, нужно хотя бы забрать хоть что-то, что привезли, пока еще не успели раздать. Кому там его раздают, не знаю. Честно, вот пришла с таким неприятным осадком, ну, лучше бы вообще не ходила, перед праздником себе настроение только испортила. Так что, дорогие друзья, берегите сами свое все здоровье, желаю всем самое главное здоровье, потому что здоровье не купишь. А в больнице не торопятся о нас заботиться. Вот такие вот дела. Друзья, ну в этом видео я добавлю несколько видео, которые снимают ребята наши, с города едут, или в город, и вот ну, попадают в буран, или когда их в колонии там сопровождают ГАИ. Бывает такое, да, что немножко разрешат проехать колонной в сопровождении. Поэтому хочу показать вам, какие у нас бывают бураны. И то это еще не самые сильные. Бывает, метет так, что свету белого не видать. У нас очень сильные бураны. Но обычно не в феврале, вот здесь вот март. В феврале несколько было, а март весь, как с 1 марта начались бураны, так и метут. Все даже не суйтесь на трассу Караганда-Астана, ее просто нет. Вот люди машины бросают, уходят.
Так что сидите, господа, дома. Забудьте о дальних поездках. Я даже не знаю, как вот эти машины будут откапываться. Чисто уже давно надо.